Друзья, всем привет! Сегодня у меня видео не совсем про мушек, но и не отхожу я далеко от рыбалки. В общем итоге купил я себе червей. Начал заниматься я червями. Сегодня первый день. Я их заселил вот в такие вот ящики. В каждом ящике у меня по 200 штук червя. Купил я это дело у Евгения, город Орел, называется Дендробена, канал у него Орел. Вот смотрите, какое тут у меня чудо. То есть тут у меня живут, друзья, тут у меня живет червь Дендробена. Угадайте, что я с ним буду делать. А я буду с ним ходить на рыбалку. Теперь у меня появился собственный червь, который отлично себя показывает на рыбалке. Он очень живучий, очень вкусный для рыбы. Ну вот, занялся я вот таким делом. Буду, наверное, вам изредка показывать своего червячка. Если вам интересно, пишите. В скором времени можете также обращаться за покупкой червя, да? Но это у меня еще не скоро. Я пока только тренируюсь разводить червя. Вот такой вот у меня он здесь красавец. Тут сейчас плотность небольшая. Всего лишь навсего 200 штук. Этого как раз хватит для начинания цикла разведения червей. Червяк очень послушный. Слушается меня хорошо. Вот такой вот замечательный. Евгений, если ты меня смотришь, тебе привет. Пиши комментарии. Также через Евгения вы, в принципе, можете и приобрести червяка, пока у меня его нету. Евгений вас всех снабдит червем. Кому нужно для рыбалки, либо кому нужно для разведения, обращаемся, разводим червей. Ходим на рыбалку, ну и ставим лайки и напишите, как вам такой контент, стоит ли вам показывать, как я их кормлю, как я их сею, ну и так далее и тому подобное. Сегодня у нас такое пробное видео, жду вашей реакции. Всем спасибо, пока-пока.